Интересно, как так получилось, учитывая, что центральную линию стояли довольно ровно Деспрейт с Квапой. Сейчас Квапа довольно неплохо так вырвалась. 400 золота впереди. Деспрейт подставляется в центре. Соник Вейв получает. Успевает. Союз погибает. Пандамен дальше работает. Диспрейт в итоге отлетает в таверну, но Пандамен остается здесь. Два саппорта на одного Тини. Ну, может быть, чуть-чуть получше было бы. Общем, ну, если бы нашел, было бы определенно. Но, тем не менее, он вернулся достаточно быстро обратно на линию, продолжает стоять. А так-то саппорта довольно. В целом, мой Empire Hop. Такой ситуации. И особенно Дазл. Правда, сейчас... Который умрет. Гоп-стоп тут небольшой произошел от Союша. Из-за елочки. Я смотрю, Союш вообще любитель прятаться за елками периодически. Что на прошлой карте, что на этом постоянно стоит. Там поджидает кого-то вечно. Вот. И Дазла забрали. По итогу, да. Это фраг. А Урсевич вырывается. 3500. У него сейчас 3000 у Квапы. 3 столько же примерно у тролля и у... Там еще Виномастера... Это Мирана. Ну, ой, отпустят, еще и заевейдил стрел Союз, да. Окс погибает. Хотят напасть под вышку. Там ультимейт есть. И, мне кажется, не самая здравая идея. Но есть нету Hand of God, да, и зажимаем. Да, на Урса ТП проходит сейф какой-то. Стрела залетает, Урса живет. Залетел! Шалу Грейв в итоге спасает Пижона. Еле-еле он отсюда убегает. Смолинай до конца понимал, что он уже не выживет никак. Диспирейт делает ТП. Пижон успел улететь. Щен немного не успел. Эх. Ну какой же рассказ был хороший от Миложула. Но заберут только в итоге одну Мирану. Хотя бы так. У них сейчас ресурсов для этого маловато, объективно говоря. И Деспирейт очень-очень бедный пока что. 500 у него по нетворцу. Это прям маловато. А потом Фьюри также дофармливает себе и Усевич, и... Деспирейт пытается улететь, спить ТП есть чем, и Деспирейт погибает. Да не, ну Деспирейт, я не знаю, вот на второй карте он вообще не проснулся. Ощущение, что он совершенно не тот. То есть и на первой к нему было мало претензий, он там один раз умер от попытки страшного, но на второй прям вообще жесть. Союз здесь погибает без каких-либо трудностей, должен отлететь таверну для крылата плюс. Ну что, БФ отрабатывает, вот на Яше Манта ставил себе, в итоге решил сначала дофармить крылат, потом, видимо, будет блокинг бар какой-то. И так далее. Вообще, нужен ли тут настолько блокинг бар? Я вот к чему. Может быть, собрать себе какие-нибудь диффуза или еще что-нибудь? Мне кажется, стоит. Ватер, как вариант. Не, нужно, нужно. Блокинг бар обязательно. Ой, Локис! Не туда, прыгнул немножко. Нужен БКБ, потому что играешь против Queen of Pain, против Финомастера в любой ситуации. Еще и Snowball Тускар имеется. Не-не-не, обязательно. Обязательно блокинг бар здесь. Конечно же, нужен Desperate, блин. Ка не имеется, кстати, поэтому не врывается. Крыла. Миладжул, ДД нажал, Desperate рядом, пошел ультимейт от тролля, есть сеточка, сеточка 2, минус Миладжул, огромный стрик, 5. Все было так хорошо, а потом произошло вот это. К нему тиммейты бегут, может быть, что успеет на самом кстати, деле. Кстати, да, крылат недалеко уже. Так, крылат рядышком, там еще сейчас еще Шалу Грейв. Дотянулся все-таки, Арнольд Деспирейт пытается улететь, есть листа Китавр, да, имеется еще один в итоге, Китавр все-таки забирает Деспирейта. Но крылат их подфармил, крылат под веслом находится, но у него ультимейт есть, нужно про это помнить, ультимейт нажимает крылат, при этом Сноубол пойдет под конец тяну как раз время. Этого самого ультимейта, да, и тяжело будет без Грейва, но при этом крылат отхиливается, его все-таки забирает огромное количество денег для Миладжула. Afterlife пытается догнать еще кого-то, Локис уходит на липе и у ТП аут, Антоха также ТП прожимает, собственно, вот. Да почему это вторую карту происходит? Вот на первой карте это было уже на 100%, то что все окей, но где-то поставляется один важный игрок, один ключевой игрок, я бы даже сказал командой Пархов здесь просто, ладно, Локис сожрал Петерс. Afterlife прыгнули в него, Тускар, но все-таки засейвил Сноубола. Не успевает Afterlife выжить, еще выдает поиза новую. Sonic Wave, потрох героев, крыла, нажимает ультимейт. Грызается в тавер, пытается как-то Пантомима хотя бы найти, хоть от кого-то отхилиться. Пантомима убегает на кортике, Олов хил и выживает. А вот крыла погиб, они все. Вот поиза новый, нужно просто бежать. Антоха погибает, Desperate пытается улететь, Desperate улетит, но вся остальная команда разваливает. Дача малая, дать рассказ, да умереть его, это в принципе устраивает. Там Миладжул под Аркейн руной продолжает нас ходить, поэтому нужно... Да как не жесть. Деспирейт оказывается в спине. Скидывает у нас Виномастер. Виномастер опять его сейвит Сноуболом. Неплохо. Китавр успевает выбить стан, но при этом рядом должен быть Антоха. Антоху в итоге убивает, он не подойдет. Антоху, да. Не будет никакого Шеллоу Грейна. Ультимейт, да. Ультимейт, вообще идеально. Но Пантомим также погибнет. Да, приходит сюда. Да, Деспирейт улетает. Соник Вейв использует в него минус крыла. Сразу же в деревья, но его, кстати, видели там, я так понимаю, да, но и шар сразу следует. Вот, Тускара, стрела,
Все-таки Джон рядом, но дэмэджа просто не хватает. Байк, это снолбол. Там снолбол, да, достаточно. Кстати, плоту сорт, неплохо. Деспирейт запрыгивает сразу же в Тускара, поднимает его. Тускара могут же забрать. Тускар погибает, при этом ультимейт нажимает тролль. Саниковый пахнул сразу же. Миражу влетает трех героев. Не огоним, закрывает основу. Дальше Крылат пытается драться с Турсевичем. Еще стрела, но впитывает ее Найт за счет БКБ. И в итоге падает еще и Деспирейт. От Миладжула ГГ 2-0, OneMove проходит дальше. Empire Hope останавливается, соответственно, на четвертом месте. В данном сезоне D2 цел и завершает свое выступление. Ну, на не самом.